Всем привет, друзья! Любители Counter-Strike Global Offensive! С вами Doom, и в этом видео мы посмотрим бомбезный, точный макрос, выводящий стрельбу на новый уровень. Ну что, вы готовы? Тогда поехали! Макрос уверенно и на высоком уровне компенсирует как отдачу, так и частично рандомный разлет пуль, при этом первые пули в отдаче летят точно в пиксель. А это значит, что одним макросом вы можете как вантапать, так и бёрстить, и при этом зажать весь боезапас обоймы в область, не превышающую хитбокс соперника. Ничего контролировать не надо, ваша задача просто целиться и стрелять любимым способом с повышенной точностью. Звучит неплохо, не так ли? Макрос следует использовать с чувствительностью в игре по умолчанию, то есть 2.50. Но это не проблема, ведь всегда можно отрегулировать чувствительность на мышке, добавить или уменьшить ее по вашему желанию. Если вы не знаете, как это провернуть, то в описании к этому ролику есть ссылка на гайд по настройкам чувствительности. Кстати, там же ты найдешь гайд по установке, ссылку на приобретение макроса и многое другое. Данный макрос можно установить на любые мышки от Afotech, будь то Bloody или X7, а также макрос устанавливается на абсолютно любые, даже не игровые мышки через универсальную программу Macros Effects. После приобретения макроса его можно сразу скачать и начать пользоваться. В комплекте идет все необходимое для комфортной установки. А также спешу напомнить, что обновление на все мои макросы совершенно бесплатно и действует на протяжении всей жизни выпущенного мной макроса. Также я с радостью помогаю установить макрос и отвечаю на все возникающие после покупки вопросы. Ссылка на покупку, обновление и связь со мной в описании. Если тебе понравился макрос, то не забудь поднять палец вверх и оставить комментарий. Для вас писал и играл Doom. До скорой встречи, друзья!